Не знаю почему, но я могу вот бесконечно смотреть на небо, на облака, на Запорожец. Правда, на Запорожец смотреть бесконечно не получится, он ржавеет и рассыпется в труху. А также вот ржавеет и рассыпается в труху весь остаток советского задела, который они еще не распродали за бесценок. Ну и речь о вооружениях прежде всего. Не стоит верить сказкам про чудо ракеты и прочие ужасы, потому что дела в российских вооруженных силах весьма плачевны. Достаточно вспомнить фамилию Шамсутдинов, рядовой Шамсутдинов, и много-много-много других таких же фамилий. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Вот, готовлюсь к утренней прогулке, и не идет у меня из головы ситуация с тремя диктаторами. Вот, смотрите, что происходит. России грозит серьезное поражение в Сирии, по-настоящему серьезное. Турция вслух заговорила о том, что может, согласно доктрине Монтрё, перекрыть этот Босфорский пролив, или как он там, и все, и российская база в Хмеймиме, вся российская группировка останется без снабжения. И кончится хихи-ха-ха, которые таинственно делали Путин с Шойгу. Дескать, мол, мы крутые, мы всех одолеем, мы тактики и стратегии. Ну вот, извините, на букву, схожую с Андреевским крестом, а не тактики и стратегии. Турция, там рядом, под боком, Турция способна мобилизовать и выдвинуть туда 100 тысяч солдат с бронетехникой, со всей фигней очень быстро. Это в случае начала полномасштабной войны. У Турции весьма неслабая авиация. Российские самолеты, там, по-моему, около 65 вместе с вертолетами, ну, даже 70. Ну, самое печальное, что вот эта вот российская группировка, она практически полностью отрезана. Понимаете, вот в чем дело. Вот, и стоит им перекрыть проливы и так далее, ну что тогда будет? В случае же полномасштабной войны блок НАТО заявлял о поддержке. Там, в принципе, весь этот блок НАТО, кроме Соединенных Штатов, ну, он силен, но не стоит его переоценивать. И на самом деле все еще остается большим вопросом, вот впишется ли этот блок НАТО за Турцию. Это очень печально, что Россия, ну, вот волею одного человека взялась защищать режим другого тирана. Тираны они, а не люди. Вот, волею одного тирана взялась защищать режим другого тирана. И там льется русская, российская кровь. Там гибнут наши люди. Мы не знаем на самом деле, сколько, каковы реальные потери наших людей, потому что там эти, их там нет, и наемники, несчастные на самом деле люди, которых там, возможно, по потере без подсчета даже. Понимаете? Вот в чем ужас. Это позорнейшая кампания, и поражение будет позорнейшим. Потому что придется убегать, эвакуировать личный состав, как угодно бросать эту технику и так далее. Вот какое позорище возможен. Или же тогда полномасштабная война. Вот стоит Турции сейчас напереть, а Турция пока это раскачивает лодку, кричит все громче и громче, взывает к мести за 33 своих солдата и так далее. Вот. Ну и знаете, на самом деле, вот на первом этапе Россию неименуемо ждет поражение в этом случае, особенно с таким правящим режимом, понимаете? Ну, весь мир настроен уже против нас, его стараниями, и у России друзей нет. Никто Россию не поддержит, и никто не будет помогать российской группировке в Сирии. Кто? Сирийская армия? А там что-то от нее осталось еще?
оно трепыхается. Да нет, это трындец, и зря Россия ввязалась. И, господи, я вспоминаю эти передачи, как же долго вот людям мозги-то выделывали вот этим, что вот Сирия – ключ мира, если падет Сирия. Блин, мы – вымирающая страна, какая там Сирия? Сидим обворованные в нищете и еще верим вот этим адским сказкам про геополитику. Но это сродни тому же, что верить в возможность реинкарнации СССР, того типа СССР 2.0. Да, сейчас в комментариях на меня накинутся люди. Кидайтесь, я не буду отвечать, это лишено смысла. Просто Прибалтика никогда не вернется в СССР. Калининград, как там наш несчастный? Пока там батька Лука... Да вы знаете, что в Белоруссии многие люди настроены антироссийски. Вот. А Украина находится в состоянии войны с Россией. Как вы собираетесь вот это вот все чинить, то, что было специально или непреднамеренно поломано? Интересно, а все ли можно списать просто на неумение? А для чего была нужна война в Сирии с грядущим адским поражением? А как вот они будут выводить личный состав в случае поражения? Вот они какой-то план предусмотрели вообще, в принципе? Потому что вот за ложью и бравадой обычно скрывается пустота. Вот, в общем, грустно это все, дорогие друзья, в случае с российской героической военной операцией по спасению мира в Сирии. Нечего нам там делать совершенно, нашей армии и регулярной армии, и их там нетом несчастным, нечего там, некому делать, блин. Но этот режим просто сам по себе, он предусмотрен, вот как бы он создан и сконструирован на одно поражение за другим. Этот режим списывает другим странам внешние долги, прощает просто на раз, два, три с охотой. Этот режим словно намеренно берет и нагибает Россию, ставит ее на колени, опускает нас все ниже и ниже. Да, Крым наш, зато миллионы гектаров в тайге, вас не наш уже. Это Торы, территория оптимального развития. И сейчас будет оглушительное поражение в Сирии. Вот такие вот дела, друзья. И весьма вероятно, что на фоне вот этих вот краха и падений произойдет смена режима. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддерживайте мой труд. Ну, а я пойду тем временем залью быстро этот ролик и двину уже гулять.